будем говорить так, репатриировались. И вот Изабель и Поль Дюшене, они на втором месте, и их уже ставший знаменитым произвольный танец. Если сейчас не вижу ни одного человека в зале, исключая комментаторов, которым просто здесь встать неудобно, который бы не стоял, приветствуя французов. Но что хорошо, то хорошо, правда, ничего же не скажешь. Я долго пытался вот поймать себя на мысли, какое же слово вот применить для того, что я вижу.
И знаете, нашел его. Не знаю, понравится вам, не понравится это, но, на мой взгляд, завораживающе. Танец завораживающий, он нагнетает напряжение, то есть не дает оторваться, особенно тому, кто видит его впервые. Но поскольку я уже видел этот танец, я посмотрел на Кристофера Дина. Сегодня он выступает в качестве комментатора BBC, телекомпании, британской радиовещательной, вернее, так ее правильно назвать, корпорации. Как переживал Дин? Он танцевал вместе с ними, он дул на потные руки, а внизу тренер Мартин Скотницкий плясал вместе с ребятами. Он заворожился, как будто вот, знаете, загипнотизированный их танцем выплясывал там. Я не знаю, повторят ли это, сумеют. Я видел, как оператор снимал его во время танца. Но, на мой взгляд, не очень удачно. Компания CTV, а именно она нам дает картинку, показала выступление этого дуэта. Тоже впервые они его видели, и не с лучшей точки многие наиболее выигрышные моменты. Надо быть в зале, чтобы это почувствовать. Я очень жалею, что те, кому не нравится стиль, вернее, этот танец не нравится, безусловные поклонники наших талантливых спортсменов не могли воочию это увидеть. И еще что я хотел бы рассказать вам вот из своих ощущений, попытаться их как-то передать. Вы знаете, вот я долго думал, в чем сила еще этого, ну что ли, дуэта единомышленников, или может быть даже трио, может быть даже и квартет, если учесть Кристофера Дина, который помогает Скотницкому своими идеями. Знаете, мне кажется, в удивительной обнаженности, незащищенности, они как будто разрезаются вот здесь на льду, распахивают душу и очень сильно переживают, когда кто-то не понимает. Студия или кто-то еще. Посмотрите, только 5 оценок 5,8, 3 оценки 5,9 за технику. Недоволен Дин, я смотрю, качает головой, стоит. Он надеялся, что выше поставит оценку. Взрыв будет, потому что я думаю, да. 4 оценки 6.